Так, вот пришла Mazda B50 2008 года. Приволокли вот в таком состоянии, форсунки сняты. И вот здесь такой колхоз. Машина была в деревне, сейчас будем восстанавливать резьбу крепления форсунок, болтов крепления форсунок. Так, и что я делаю, чтобы не торчали у вас колхозные болты из головки? Причем этим колхозным болтом толстым пробили головку, водяной канал, тосол уходил. Вот, я слил тосол с двигателя. Что я делаю? Я заказываю токарю вот такую переходную втулку. Ввиду того, что родные болты вот маздовские на 7, он родной болт нарезал мне на 6 резьбу. То есть получилось переход втулки с десятки на шестерку. То есть это вторая втулка, первую я уже поставил. То есть накручиваем втулку на болт. Вот. Накрутили. Продули все каналы там в головке. То есть резьбу, где было вкручено это толстое шпилище. Вот, вторую втулку я накрутил сюда сверху, все продул, обезжирил, взял, разбил эпоксипол, обильно намазал втулочку, вставил четвертый цилиндр, затянул двумя втулками, ну без разницы, можно и гайки накрутить за место этой втулки, взял про запас на всякий случай. Затянул до конца, подтянул и выкрутил уже. Втулка осталась внутри. Сейчас высохнет, буду собирать.